Открытие данного курса журналистики кажется не совсем важным для Казахстана, но для данных студентов оно является важным и значимым. Благодаря новым знаниям и приобретенным знакомствам для каждого студента откроются новые возможности. Благодаря учебе в Медианете я смогла поработать на телевидении. Я достаточно долгое время мечтала об этом, и у меня появился такой шанс именно благодаря Медианету. И большое спасибо ему за это. Меня зовут Камила, на данный момент я домохозяйка, сижу с ребенком. В Медианет я пришла для того, чтобы исполнить свою давнишнюю мечту стать журналистом. Я работаю маркетологом в страховой компании, и я пришла сюда, чтобы получить навыки журналистики для своей работы, то есть для написания пресс-релизов и так далее. На самом деле я окончил курс пиар, и у меня появилась возможность обучиться еще и журналистике, так как это смежные сферы деятельности, и я думаю, что для меня здесь будет очень много полезного. И ваши ожидания от медиа после окончания курса? Ожидания приобрести вот эти новые знания и навыки. В принципе, я пишу тексты, но будет уже какой-то более профессиональный подход. Здесь мне нравится то, что люди все довольно-таки разные, точки зрения очень разные, очень интересные люди. Можно подружиться со многими, заиметь, так сказать, связи, научиться очень многому, потому что преподают именно практики, журналисты практики. Я считаю, что после прохождения данных курсов я смогу писать статьи и финансовые обзоры более профессионально и качественно. Если бы я писала до этого статьи, до данного курса обучения, это было бы просто сухо финансы, бухгалтерия, больше ничего. А сейчас я могу данную статью разбавить чем-то интересным, креативным и познавательным для всех читателей. Школа журналистики дала мне способность более ясно и логично выражать свои мысли. Я хотел бы поработать над технической стороной, будь то написание статей или интервью, или репортажи. Другими словами, я хотел бы научиться более правильно писать и говорить. Я считаю, тут дают базовые знания для того, чтобы стать журналистом. А дальше уже от человека зависит, то есть будет он дальше двигаться или нет. Я занимаюсь киберспортивной журналистикой уже 2 года почти. Поступил в мини-школу под Курску. Хотелось бы немного поменять профиль работы, хотелось бы больше аналитической журналистикой начать заняться, но поскольку нет знаний и опыта, чтобы это сделать, я пришел сюда получать и знания, и опыт. Я имею финансовое образование, и я чувствую, что мне нужно как-то улучшить свои тексты, научиться более грамотно формулировать свои мысли и писать лиды. И к тому же я думаю, что здесь я нашла друзей, и в будущем, может быть, возможно, с кем-либо я смогу сформировать какие-либо проекты. Я узнала очень много хороших людей, с которым мне очень интересно вести беседы. Также я очень много уже узнала журналистики о своей будущей профессии, и это помогло мне определиться с планами на будущее. Студенты Media School – люди разных возрастов и интересов, но их объединяет желание быть журналистами, работать в газетах и на телевидении, или как минимум стать творческими личностями.